Добрый день, коллеги. В наличии есть оригинальные запасные части РИЗа. Оригинальный каталожный номер 023-75-169. Это прижимной вал к аппаратам РИЗа РЗ и ЕЗ серии. Модели 370-570. Упаковка это не оригинальная, это дополнительная упаковка, которую мы используем для транспортировки. На самом деле оригинальная упаковка выглядит вот таким образом. В пузырьковой пленке. И сейчас вам покажу его содержание. Чтобы не повредить подшипники во время перевозки, так как здесь они фактически не защищены. И для этого мы их упаковываем дополнительно. Что хочу рассказать по валу. Почему же он такой дорогой и почему все-таки стоит платить за него такие деньги? Значит, заводской ресурс этого вала 1 миллион 200 копий. То есть завод говорит, что эта запчасть ресурсная и на этом ресурсе она подлежит замене. Никоим образом не хочу спорить, целиком полностью поддерживаю, так как своевременное обслуживание аппарата предупреждает его полную остановку и выход из строя деталей и узлов. Более дорогостоящих, кстати, чем вал. Начинает страдать раскатный цилиндр. Лацановая сетка, металлическая. Смотрите, вот распечатал я эту упаковочку. Вот такая приятная бумажечка. Сейчас мы вскроем ее. И вот так выглядит этот вал. Изделие абсолютно новое, оригинальное. Вал идет с подшипниками. Все оригинальное. И вот смотрите, как работает этот вал. Никакого звука нет. То есть не слышно, как работает подшипник. Но он работает. Ни звона, ни шелеста, ни хруста. Более того, я так понимаю, что металлическое основание, оно, ну, помимо того, что оно идеально сбалансировано, нет биения, и резина хорошего качества, которая работает. Здесь есть еще, ну, все-таки не цельный металл, как в неоригинальном исполнении, просто прут. Отрезали, посадили подшипники, и там небо и земля. Возьмите в руки два вала, и вы сразу поймете, в чем такая большая разница. И в технических характеристиках, в эксплуатационных, также в ресурсе. Значит, что хочу сказать. Настоятельно рекомендую позволять себе использовать оригинальные запасные части, так как по факту этот вал может выходить тройной ресурс. То есть, если я сказал, что завод говорит 1 200 000, вы реально можете пройти на нем 3 600 до 4 миллионов. Это зависит от того, какой сервис видит ваша машина, какими чернилами вы пользуетесь, как они влияют на вал, каким прижимом, какая скорость печати, какая бумага. В общем, факторов очень и очень много. Но реально этот вал может выходить до 4 миллионов. А дальше уже есть смысл его заменить, так как он отработает свой тройной ресурс. Но все, кто имеют опыт работы на оригинальных и неоригинальных валах, прекрасно понимают эту разницу. И делают выбор в пользу все-таки оригинальных запасных частей, сколько бы они ни стоили. Более того, цены в нашей организации являются самыми низкими на Украине. Поэтому однозначно есть смысл брать стоящие вещи. Если у вас есть потребность, пожалуйста, обращайтесь. Практически всегда есть в наличии в достаточном количестве.
Будем рады сотрудничеству.